Гребаный Джон Уик. Действительно. Твою ж мать. Он здорово усложняет дела. Но ты не мог не догадываться, что наше исчезновение пройдет незамеченным. Разумеется, я предполагал, что ваше правление примет какие-то меры. Откроет контракт, отправит ищейку. Но я не ожидал, что на меня направит самого дьявола. Полагаю, место, где мы сейчас находимся, нет ни на одной карте. Разумеется. Никто не знает об этом месте. Возможно, именно поэтому ваш друг начал поиски убежища Эдгара Ву с Чайна Тауна. Мистер Ву работал на тебе? Работал. Отвечал за все, что было к югу от 14-й авеню. Этот засранец не пытался скрывать, что работал на меня. Даже гордился, черт его подери. Я до последнего надеялся, Хикс, что ты всего лишь выдумка, чтобы работнички не слишком распоясались. Я многое делал для того, чтобы оставаться вне поля зрения. Пока не решился нас похитить. Да. Ровно до того момента. У меня на вас большие планы. И они включают немного театральности. А я люблю театральность. Edgar's boys are rather насколько я помню, парни, кто из нас может похвастаться прочностью? Все мы убийцы и воры, а то и похуже. Говори за себя. Мы чтим кодекс, у нас есть правила. Верно. Правила для тех, кто не знает, как их обойти. Stand on safe ground. Safe. Ву решил дать последний бой. Nowhere в безопасном месте. В этом городе нет безопасных мест. Правление не защищает моих ребят. А они не питают иллюзий по поводу этой организации. Ничто на свете. Ваш пафос, фальшивые моменты нас не касаются.
уверен мне до конца. Он ничего не сказал Уику. Мало кто на его месте повел бы себя так же. Что ж, судя по твоему тону, этот мистер Уик на этом не закончил поиски. О нет, он был только началом. Зачем тебе вообще притащил нас сюда, Хекс? Разумеется, я был рад встрече с тобой, но у нас всех полно других дел. Вы ключи к одному крайне важному замку. У вас есть выход на правление, которое заправляет вашим отелем, а также на мир, который за ним стоит. Как я люблю любимая власть, они всего лишь маска, личина, за которой скрывается очень простая истина. Именно власть определяет наше место и решает, каким будет мир вокруг нас. И правление всегда придерживалось этого принципа. Каждый должен поклясться верности. Все должны служить и подчиняться. Но, может быть, и не все. Только не кому-то еще дорога жизнь, знаешь ли. Видишь ли, сильные мира сего не слишком-то уважают тех, кто готов преклонить перед ними колено. Они одаривают их богатствами и чинами, взращивают в них чувство собственной важности, но не уважают. Сильные уважают лишь сильного. Нужно продемонстрировать силу, чтобы заслужить место среди них. И что, поэтому ты нас напал? Чтобы продемонстрировать силу? Нет, убить вас на ступенях отеля Континенталь, на святой земле, не боясь последствий, вот это будет демонстрацией силы. Они найдут и убьют тебя, судья. Выразят уважение мне и будут уважать мои неотъемлемые права. Пожалуй, продолжай. Мне любопытно, куда дальше отправится Джонатан. В Элизиум, один из клубов Вуд, царство доступных удовольствий и неприлично дорогого алкоголя. Единственное, что достойно уважения в этом клубе, его владелец, вышибала по имени Осборн. Wick thought someone like Osborne would know where to find me. But to ask. Этот парень мне по душе. Уик, что вроде Осборн знает меня искать. Но чтобы расспросить его, Уику нужно будет сломать эту гребаную крепость. Нам сейчас... Говорят, что Осборн выбрался из грязи в князь, начинал вышибалы, а стал в итоге владельцем клуба. Все так, но в этой версии его биографии упущена пара достойных случаев. Падение с крыши, переломы со смещением, огнестрельные ранения. Понятно. Нет, ну а что? Джон Уик, как Бэтмен в ночи, уничтожает свою цель, расстреливает каждого по пути. Джон Уик, он настолько горяч, что прямо барышни ложатся перед ним. Он Джон Уик, ходячая борода, его борода способна уничтожать целые миры. Он Джон Уик. Джон Уик стреляет без промахов, его костюм пули непробиваем. Усачи только могут устоять перед ним, но ненадолго. Он, Джон Уик, перематывается даже когда нужно переменотаться. Дислокация Джона Уика неизвестна. Пули Джона Уика опасны во все миры. Джон Уик. Он ужас в ночи. Он заберет ваш револьвер, поэтому лучше используйте дешевый. Джон Уик. Он, Джон Уик, зайдет на вашу VIP
вечеринку, прибьет ваших друзей, а главное, он как Баба-Яга приносит конфетки в виде свинцовых пулек. Он Джон Уик. Он наградит вас всеми хорошими вкусностями, а также заодно сыграет музыку на вашей дискотеке. Он Джон Уик. Бесплатная Баба-Яга на ваших концертах. Он Джон Уик. Он бьет всех ваших охранниц, ну и заодно валит их своей красотой и пышной бородой. Он Джон Уик. Не путать с Киану Уик. Киану Уик — это другое. Джон Уик. Кастрирует каждого охранника. Он Джон Уик. Не жалеет патронов. Он Джон Уик. Собирает патроны. Он Джон Уик. Отличный бармен. Он смешает из ваших охранников мартини с моцареллой. И не спрашивайте, как это вкусно и без занятий. Я отрезанник. Он Джон Уик. Превратит всю вашу вечеринку в настоящий салат Цезарь, смешанный с фондю. И одно стряхнет волосы. Он Джон Уик. Он идет, 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 стреляет и уничтожает револьверщиков. Он Джон Уик. Он ваше спасение. Джон Уик. Мартини бухнет и продолжит дальше движение. Из-за вторжения Уика Осборн пришел в ярость. Еще бы, кто-то вломился в его клуб, перебил его людей. Этого Осборн ему просить не смог. Вот только сил у него, как у медведя, а мозгов, как у курицы. Он Джон Уик. Он прочистит ваш чердак. Если в вашем чердаке завелись нелегалы с подружием, или если у вас завелись, скажем, летучие мыши, Джон Уик с ними расправится. Джон Уик — профессионал. Он борется с китайской мафией, он борется с русской мафией, он борется с американской мафией, он борется с итальянской мафией. Он борется... Нет, с белорусской мафией не борется, он же дитя Беларуси. Но, с другой стороны, он борется с... трубочистами. Он Джон Уик, профессионал высшей категории. Он Джон Уик. Зачистит все аккуратненько, подготовит все хорошо, это будет его гнездо. Он засядет надолго на вашем чердаке, чтобы отгонять других вредителей. Он Джон Уик, он будет вашим местным котиком. Джон Коте. Джон Коте Уик. Зачистит от любых грызунов, от любых бандюк всю территорию. И сбежит, когда надо будет. Подберет парочку оружий, пройдется по немножко территории. Он Джон Уик, профессионал высшей категории. Он Джон Уик расстреляет все, путь и прав. Он Джон Уик сделает парочку дырок. Он Джон Уик заденет парочку голов. Он посидит, подождет, прибьет, парирует, разоможит. Он Джон Уик спрячется за вашим кухонным столом. Он прострелит парочку голов, опять же. Он Джон Уик прячется где попало. Он как темный рыцарь, он сама ночь. Он Джон Уик. Главное, не забудьте ему заплатить. Потому что если вы ему не заплатите, то он пристрелит всю вашу охрану. А если вы ему заплатите, то он просто вас кастрирует. Он Джон Уик. Он настоящий Баба-Яга. Он мастер кувырка на ебка. Он Джон Уик. Он использует кувырок на вырок, когда еще это было не в тренде. Он взбордрится, он потрясет своей бородой. Борода Джона Уика обладает магическими свойствами. Он спрячется, он выстрелит, он спрячется, он снова по паху выстрелит. Он спрячется, он снова в пах. Он спрячется, он снова стреляет тебе в пах. И именно в пах. Джон Уик стреляет только по яйцам. Четкая цель, четкий набор. Большие яйца, большие мишени. Джон Уик, профессионал высшей категории. Стреляет только по вашим яйцам. Конечно, если они из яиц, из чистой стали или золота. Только в этом случае он стреляет. В противном случае он будет стрелять вам чисто в голову. Но ему интересно пострелять по вашим яичкам. Он Джон Уик. Киану Уик, профессионал высшей категории. Он Джон Уик. Он зайдет в вашу вип-персону, оглушит вашу девушку, зайдет, ублажит вашего любовника пулями, естественно, а вы же чем подумали. Он Джон Уик оглушит еще два охранника, посидит на нем его за лице, простреляет парочку ваших телохранителей, посидит тоже на их лице, естественно, но это понятное дело, пособирает потрошечки, прострелит колено вашему помощнику, откроет двери, расстреляет все ноги, уйдет в сторонку, пройдет парочку коридорчиков. Он Джон Уик.
Он мастер маскировки. Хитман завидует молча. Он отстреливает всех по одному. Он подбирает окружку и отстреливает всех до одного. Далее, проведя полный учет всех пуль и патронов, после сотни одной смертей спокойненько проходит по местным местам, бросает свой пистолет, увеливает от пулей словно Нео, и он по Джону Уиковски отстреливает бандосу яйца. После чего другому бандосу отстреливает яйца с помощью рук. Берет охренительный пистолет-пулемет и уходит в закат. Он Джон Уик. Он зачистит от всех ваш вип-зону. Он Джон Уик зачистит ваш склад от всяких вредителей, крыс и прочей всякой шелупони. Он Джон Уик сломает всем шеи. У него прекрасно пулестает пулемет. Он переломает всем своим ниндзюца. У него сабарамбреро. Он Джон Уик превратит всех в отбивную и в котлету. Ну и конечно же, прячется с колоннами, словно профессионал. Бьет по яйцам девушек. Бьет по головам пульми. Он Джон Уик. Он тактик, он стратег. Он собирает ваше оружие. Он прячет свое оружие. Он готовится уничтожать ваших врагов. Он Джон Уик. Отходит в стороночку, собирает вкусняшечки. Он Джон Уик не забудет про сомелье Уика. Сомелье Уик оценит всю красоту и полноту кровушки ваших охранников путем проб пулями. Он Джон Уик пробьет вашу охрану, уклонится от пулей, возьмет хорошую пушечку, пока он ее ищет, вернется и зашпигует всех пулями. Это профессионал высшей категории, который перевернет всю красоту винного кровавого вкуса вашего заведения. Он Джон Уик. Он идеально озвучит всю бухгалтерию вашего заведения. Он оценит точность, прочность мозгов всех ваших коллег. Ну и пробьет вашего самого крутого вандала и уйдет в никуда. Заведение Осборна Уика ждал тупик. Так бы и случилось, если бы он покинул здание другим путем. Ящики с моими клеймом. Уик знал, откуда они взялись. Доки? Логично. Последние недели на пристани непристойные. Не взрываешь серьезно, повсюду трупы. Король умер. Да здравствует король. У него осталась взрослая дочь. Подозреваю, что она осознала свое право по рождению. Оспариваемое право? Право всегда оспаривается. Мое право тоже подвергали сомнению. Видишь ли, моя кровь — это обещание. Мой отец сидел в правлении, и я тоже вправе занять там место. Ты сын Наэля Хокштеллера. Он лишился своего места в правлении, когда еще... Он не лишился своего места, моего отца его лишили. О, нет, дружочек, твой отец получил по заслугам. Он творил ужасные дела, нарушил все наши правила. О, нет, дружочек, короли пишут законы, но их по этим законам не судят. Наверняка так же думала и хозяйка пристани. Я специально говорю о ней в прошедшем времени. Думаю, это вполне уместно, учитывая, что мистер Уик нашел ее. Все так. Пороховая бочка. И Джонатан человек, одержимый огнем, знаешь ли. Он Джон Уик. Он зачистит ваши доки. Он эксперт по судостроительным операциям, а также по перевозке грузов и контейнерным перевозкам. Он уберет любую крысу. Он зачистит любой китайский Чайнатаун. Он Джон Уик. Он подождет. Он посмотрит. Он обворожит красоток. Он обворожит мужей-красоток. Он расстреляет грёбных красоток. Он уложит красотку. Касаться. Он уложит премьер-министра Британии. Если вы не узнали, это был он. Он погладит блондинку по голове. Уйдет от перед красного огня. Он Джон Уик. Он специалист по стремежанию своей шевелюры. Вандалы и борцы с умом перед ним бессильны. Эти грабилы ничто по сравнению с Джоном Уиком. Ибо Джон Уик обладает шармом сносить целых
армии. Я просто не знаю, что говорить. Он Джон Уик. Он просто берет и сносит. Он просто идет, сносит, зачищает. Прошел, зачистил, ушел. Прошел, зачистил, двинулся. Контрольный каждому, контрольный от Джона Уика стандартный. Он Джон Уик. Идет тихо, идет спокойно. Он отблагодарит местного парковщика и пойдет заберет машину. Он Джон Уик. Он настоящий аудитор склада. Совхозы перед ним ложатся, как слабые детишки. Он Джон Уик. Проверит всю документацию, проверит товар. Он проверит на качество любой ассортимент. Никто не устоит. Ни одна воровская крыса. Он защитит вашу продукцию. Он защитит ваш бизнес. Он Джон Уик. Он специалист по защите всего вашего сырья. Все ложатся перед ним. Все дают ему всю необходимую документацию. Он каждого нашпигатит свинцом и маркерами годности. Он Джон Уик. Он бросит пушку и положит вашего бухгалтера на место. Он Джон Уик. Зачистки проводит профессионально. И, конечно же, он не торопится. Он тщательно проверяет, делает контрольные выстрелы, чтобы каждый получил по заслугам. Он Джон Уик. Он движется спокойно, хладнокровно, и каждому даст то, что он заслужил. Ибо он мастер аудита. Джон Уик защитит ваш бизнес от любой громкой мухи. Он Джон Уик. Ждет и ложит на место. И последним будет... Китайский наркобарон тоже ляжет. Все лягут. Он Джон Уик. Он проведет полноценную зачистку ваших кадров, чтобы вы могли нанять новых кадров, более дешевых. Он пометит каждого, кто плохо работает, у кого головные боли, он уложит баньки, у кого плохо с координацией, он бьет по яйцам, заберет их оружие и потанцует кратобалет с местной охраной. Он будет грамотно уклоняться от пуль ваших никудышных бывших работников. Бывших, потому что они слегли. Слегли от красоты бороды Джона Уика. Джон Уик. Он мастер положить на место каждого Чайнатаунца. Он будет спокойно уклоняться, как Нео, от всех пуль своей спиной. И уложит этой спиной всех. И погладит по головке ударом карате. Он зайдет с засады и расстреляет всех. Никого не оставит живым. Никто не уйдет от Джона Уика. Он ужас в ночи. Он ужас, летящий на крыльях. Стрельба ночи. Он грамотно уклоняется и ложит всех на место. Он Джон Уик стряхнет бородой, обойдет, заберет пушку и пройдет дальше. Он будет грамотно идти от стенки к стенке и укладывать врагов голыми руками. Он Джон Уик. Он идет. Он движется. Он победил. Он Джон Уик. Он проводит аудит вашего порта. Бьет тупых охранников по затылкам и в затылок. А также проводит мастер-экструктаж по массажу для ваших работников. И иглоукалывание с помощью пуль тоже. Он ждет. Выжидает, проверяет под прекрасным огнем. Ложит одну красотку, ложит другую красотку рядом, чтобы все отдыхали. Главное — отдых вашего персонала, который занимается этой работой. Перегорает в рабочем месте. Джон Уик решит этот вопрос. Слабость яиц. Джон Уик решит этот вопрос. Джон Уик, он решит все вопросы вашего персонала и будет работать со всеми вашими службами социальной защиты. Вот видите, какой гигантский социальный работник. Джон Уик его уложил. Джон Уик прошел. Забрал свою зарплату в виде хорошего пистолета, положил другого социального работника, снова забрал пистолетик и пошел по своим делам проверять, проводить аудит корабля. Он Джон Уик. Он Джон Уик проводит аудит на вашем судне, проверяет, доступны ли всем лицензии морских волков. И, как видно, нет, Джон Уик всем ставит двойки. Свинцовые двойки, большие двойки. Хотя вот эти парни заслуживают по троечке, двоечке, четверочке. Вот этот точно заслуживает. Вот, о, какой хороший удар. Но Джон Уик так просто не слабить.
Джон Уик не дает пересдачи. Он только может уложить красивую девушку. Поэтому он идет спокойно вдоль стен, ищет с кем поиграть в пейнтбол, укладывает в самбой всех охранников и охранниц и продолжает свое движение. Никакой громила вышибала не устоит перед его прекрасной шевелюрой. Он, Джон Уик, движется как тень в ночи. Никому не дает пройти, никому Т-1000. Он заберет ваш магнум и справится со всем. Он Джон Уик. Он Джон Уик на местном Титанике проводит инструктаж местного персонала. Проверяет, чтобы каждый мог лечь до того, как врежется в айсберг. Он Джон Уик помогает всем уйти на тот свет раньше, чем нужно. Это лучше умереть от пули, чем естественной смертью в утоплении. Он Джон Уик. Каждого вашего охранника уложит. Даже если его самого поцарапает пуля. Его самого спасет его святая борода. Он Джон Уик. Катится, перекатится и встречает всех ваших людей с распростертыми объятиями по каждому из яиц, расстреливая всех напропалую. Он Джон Уик. Не оставляет никого. Он Джон Уик. Укладывает всех своей прекрасной прической. Уложит на пол всех подряд. Никто из персонала не останется. И забьет каждого, уложит каждого, прогладит каждую девушку, каждого старика уложит на бай-бай. Он Джон Уик. Он самое дружелюбное создание на этом судне. Он с каждым познакомится, каждому пожмет руку, каждого погладит и уложит. Он Джон Уик. Ищет капитана судна, чтобы поблагодарить за прекрасный сервис. Но пока дошел только его старпомов. Один даже такой крупный не хочет даже принимать награду с рыбной пули, но он принял их. И вот мистер Уик берет старпомовский накладной пистолет, укладывает последнего и избивает капитана. Гладит. Ой, ты хороший капитан, дай тебе врежу по яйцам. И забью тебя. И в конце концов дает ему серебку. Он Джон Уик. Она ответила на его вопросы, навела его на нас. Она навела его на ее, на единственную из тех, кого она знала, и кто имеет выход на меня. Копиистка? Художница. Для тех, кто выше нас, ее имя стало нарицательным. Для нас же оно стало синонимом мастерства. Нет в мире картины, которую она не сможет подделать, документ, который она не сможет скопировать с максимальной достоверностью. Я видел ее работы. И наверняка больше, чем тебе кажется. Подтверждением ее таланта служит уже то, что те, кто выше нас, позволяют ей работать с людьми вроде нашего хозяина. Чтобы удостоиться такой чести, нужно быть просто незаменимым человеком. Полагаю, прямо сейчас ее более публичные работы выставляются в галерее в Нью-Йорке. Ты выглядишь очень... спокойным, Хекс? Так и есть. Уик в любом случае умрет в этой галерее. Или от рук моих людей, или в результате одного моего хитрого плана. Не хотелось бы, чтобы вы опоздали на встречу, назначенную вам на ступеньках Континентали. Ты совершаешь ошибку, которую я видел уже много раз. Думаешь, что сможешь добиться успеха там, где потерпели поражение многие другие? Джон Уик! Он, как Джеки Чан, проникает в музей, уничтожает своих врагов, переворачивает их в стиле пьяного мастера дважды, после чего продолжает свой путь изучения искусства и мировой культуры формата дзен, расстреливая всех врагов, уклоняясь мастерски как Нео от пуль, и при этом украшая местный музей новыми картинами а-ля Кровавый Пикассо, и это все делает мистер Уик. Мистер Уик, искусствовед высшей пробы, расстреливает всех, укладывает всех, плитку мясную из человеческой кожи укладывает только в путь. Это мистер Уик, он Джон Уик, он справляется со всеми. Люди не могут стоять даже от его шарма дребедания волос. Он мастерски расстреливает всех, никого не оставляет, он по яйцам стреляет. Даже, конечно, в него иногда попадает. Но когда он стреляет на повал. Он мистер Уик. Мистер Уик всегда придет за билетиком, тряхнет волосой, расстреляет любого амбала, уложит его только в путь
И никакой амбар Близнец не сможет остановить его. Он, мистер Уик, возьмет на всякий случай револьвер, потому что эта штука уничтожает все. Вызовет спокойно лифт, сходит, купит себе конфетку и заодно посмотрит парочку книжек, журнальчиков. Но когда его отвлекают, он расстреливает на повал. Но местный кассир не хочет продавать ему конфетку, поэтому он его дает серебряной пулей. Хотя кассир не промаха десятка и требует хорошую банкноту и получает ее. Мистер Уик. Мистер Уик забрал конфетку и журнальчик и пошел с новым пулеметиком наверх. Он Джон Уик, эксперт-искусствовед высшей пробы. Раздает свои рецензии, словно горячие пирожки, вылетающие из его пистолета-пулемета. Никого не оставляет живых. Даже людей, которые находятся ниже него, он благословляет своими отзывами в виде серебряных пуль. Ну и, конечно же, возьмет обычный пистолет, потому что у него уже кончился основной запас патронов. Мистер Уик наслаждается с каждым моментом искусства, укладывает девушек только в путь своими знаниями. Марни просто стелятся перед ним. Он спокойно наслаждается прекрасными произведениями искусства. Охранники не могут устоять перед его знаниями. Гребаные автоматчики не могут даже в него попасть, потому что они шокированы его красотой и осведомленностью. Грабный еще один автоматчик просто диву дается его познаниями и умениями. Мистер Уик обхаживает каждый предмет искусства и признает его ценность для мировой индустрии качества культуры и моды. При этом не находит никакого сопротивления и продолжает свое путешествие, предварительно взяв более хорошую систему раздачи патронов и отзывов. Тем самым говоря, я за качество, ребят, я за качество. Но вдруг приходят два лучших искусствоведа, которые огребают от мистера Уика по полной программе. И еще один получил, вот так вот. И, конечно же, мистер Уик заберет у них профессиональный раздатчик дробный. Подробной рецензии. Он Джон Уик искусствовед. Джон Уик искусствовед высшей пробы покажет всем мастер-класс по великолепному искусству пантеона убийц. Он эксперт высшей категории. Люди идут брать у него советы, и он показывает им, как мастерски можно уложить их же с помощью обычного огнедышащего пробно-стрелящего оружия. Джон Уик. Он оценит каждый предмет искусства, откроет, проверит, убедится, что все безопасно и чисто, и использует каждый свой патрон на дробном идиоте. Ибо только он высший искусствовед самой смерти, уклоняется по-божественному, подберет любую хорошую пушечку, уклонится, пробьет противника только в путь, ложит прямо великолепную красотку, проверит все на предмет чистоты и уберет противника, после чего вызовет аккуратный лифт, потрепляясь своей головой. Именно бородой и головой он вызывает лифт. Не кнопками, не ручками, а именно головой и бородой. Занимает постоянную болезненную позицию, расстреливает врагов, расстреливает оппонентов. Пока лифт спускается, он подготавливается к отстрелу врагов. И выходит армия амбал специалистов высшей категории, чтобы намутузить его. Но Джон Уик, специалист высшей пробы, избавляется от каждого, уклоняется более-менее эффективно, берет оружие и, думая, что они его загнали в угол, мистер Уик показывает мастер-класс, как выйти из самой жесткой мышеловки в истории человечества, расстреливая всех по их яйцам. После чего мистер Уик, спокойно подобрав чужое оружие, прогуливается не спеша, наслаждаясь местными произведениями искусства, рассматривая и отдавая часть последнему выжившему. После чего спокойненько прогуливается, не спеша до лифта, и отправляется на следующую экскурсию. Джон Уик, специалист по ведению искусству и защите опасного искусства. Он защитит вас от турецких краденых торгашей, которые хотят продать все это искусство. Джон Уик спокойно в ожидании. Пройдется по каждому, кинет каждому свою пушечку и заберет в обмен вашу. Мистер Уик настолько ценит современное искусство, что аккуратно преклоняет колено и пропускает каждому по билетику, чтобы каждый мог спокойно войти в современное искусство с полной живописью крови своей собственной, чтобы прочувствовать каждой капелькой своей крови. Мистер Уик идет спокойно, не спеша, хладнокровно, каждому давая свинцовый билетик.
Свинцовый билетик мистера Уика настолько надежен, что он аккуратно раздает каждому налево и направо. Он чувствует, где находятся ценители такого же искусства, как и он. Мистер Уик творит искусство с помощью своих кистей, в лице которых выступают пистолеты всех мастей. Мистер Уик наслаждается своим статусом змея-горыныча. Мистер Уик откуда власть каждого самурая, каждого рыцаря средневекового искусства. Посмотрите, какие он наносит удары. Посмотрите, как он оглушает местного рыцаря по яйцам. Мистер Уик — эксперт. Мистер Уик — специалист по галерее искусства и укладывания простых рабочих. Мистер Уик изящно проходит по самой изысканной галерее в истории Нью-Йорка, изучая каждую красоту, показывая всем людям, какой прекрасный здесь пол, на котором стоят лучшие экспонаты фальшивых монетчиков. Вы только посмотрите, как мистер Уик элегантно раздает свои прекрасные свинцовые отзывы. Люди за барной стойкой даже падают в ужас от красоты и всей существующей красоты здесь. Мистер Уик раздает всем люлей. Мистер Уик проходит по каждому миллиметру, изучая каждый экспонат со всех сторон. Настолько хороши они, что он даже стряхивает свою бороду и все равно снова раздает всем пьяницам наверху люлей. Ну уж извините, не все такие лучшие искусствоведы, ценители искусства, как мистер Уик. Джон Уик, он специалист высшей пробы. Он с каждого ждет за подворотней, чтобы рассказать об лучших экспонатах. И даже те, кто не сразу падает, все равно упадут от его рассказов про каждый экспонат в этом музее. При этом мистер Уик очень умен, очень хитер и всегда имеет запасное оружие, которое он может использовать для того, чтобы раздать самые фееричные люли под самый конец этого экскурсионного обзора. Мистер Уик аккуратно еще раз проходится, изучает все экспонаты, чтобы с точностью до миллиметра рассказать. И вот он начинает раздавать люли самым известным амбалом в истории. Он собирает их оружие и уходит с ними. Джон Уик, оставшись на ночь, он утром встречается уморительным избиением местных официантов, поставляя их на место. Ибо это не официанты, а сотрудники почты, которые теряют вашу посылку. И мистер Уик даже не хочет на них тратить свои драгоценные серебряные пули. Он просто каждого уложит. Он каждого уложит на место, потому что они не способны заработать ничего в отношении серебряных пуль. Только истинные профессионалы почты способны получить серебряную пулю. А вот остальные обойдутся полом и утиранием кулаками мистера Уика. Мистер Уик, специалист высшей категории, присядет, разобьется и снова уложит очередную красотку. Пошевеля своей святой бородой, он теперь раздает экстренно с профессионалом высшего менеджментского почтового класса по люлям из своего автомата до полупустого рожка. Сейчас он сходит, заберет другую вещь, чтобы уж продолжать раздавать на всякий случай. А то, мало ли, знаете, сдачи у никого не будет. А тут хотя бы может будет раздать по мелочевочке. Так мистер Уик проходит, осматривает, ищет свою посылочку. Посылочки нет, продолжает искать дальше. А вот спрашивает у другого менеджера, может он видел посылочку? Нет, он не видел посылку мистера Уика. Из-за чего мистер Уик его спрашивает? Может точно видел? Может он там посмотрите, вот там? Может, в ваших яйцах лежит? Нет, мистер Уик, у нас нет посылочки, они говорят ему. Поэтому мистер Уик бросает в одного оружие, уходит, уклоняется от их пуль и укладывает всех опять в рукопашную, потому что никто не может найти его посылку на этом гребном почтовом складе. Он же заказывал ее на гребном Алиэкспрессе. Но нет, никто ее не находил, поэтому мистер Уик продолжает поиски самостоятельно вручную. И вот он натыкается на еще парочку тройку профессиональных менеджеров, которые ему говорят, вон там должна быть мистер Уик. Мистер Уик отдает хорошие чаевые и продолжает искать там. И ему даже показывают точное направление. Он пошел посмотреть. Нет, тут нет посылочки. О чем вы говорите, сэр? Говорит мистер Уик. На что мистер Уик отдает чаевые, когда находит посылочку. И этот гигантский громила получает свои чаевые серебряной пулей, а мистер Уик получает, наконец-то, хороший пистолет-пулемет. И идет спокойненько к выходу с почты. Джон Уик очистит ваш сад от всех вредителей. Он профессиональный садовник. Украсит трупами так, чтобы каждая городская королева завидовала. Да и то городская, сама британская, у нее непокойная. Ведь она точно знает прелести в красивом укладке сада. Вы только посмотрите, как мистер Уик грамотно украшает и удобряет здешнюю почву. Он не дает ни одному сорняку
прости, потому что они все уже ложатся. Более того, он сейчас перевязывает себе руки, укладывает себе хорошую прическу и укладывает еще местные кусочки навоза с удобрением. Как он грамотно укладывает эти мешки и при этом уклоняется от всех ударов средневековообразных рук и писельком. И он при этом особо-то не использует даже оружие. Ну, сейчас я скажу, что он использует оружие. Он взял хороший Magnum Шприц Т9, чтобы спокойненько зачистить территорию, смотрите, как он передвигается. Он проверяет все наличие сорняково-подобных живых созданий. Никого нет, ничего нет, все чистенько. Мистер Рук зайдет немножко в бар, переплачет горлышко и продолжит свою работу экстренного специалистического садовода. Поэтому он грамотно избавляется от крупных опасных растений, которые могут навредить устой вашему саду. И даже когда в него стреляют от ядовитыми шипами, он специально удаляет эту гробную ядовитую розу. Ведь от ядовитой розы могут посадить детишки в этом саде. Ее надо быть побезопаснее. Но теперь мистер Руик отбивает здешнюю почву, здешний навоз, чтобы он утрамбовался как надо. Мистер Руик — специалист высшей категории. Проверяет все остальные растения, они прошли проверку, и он одобряет. Даже не пыталась? Йосику удалось так долго продержаться на своем месте, благодаря тому, что она знала свой предел. Против человека вроде Уика у нее не было ни одного шанса. И она это знала. Кроме того, у нее были четкие указания. А тот самый хитрый план? Да, Йосика навела Уика на один швейцарский банк. Рассказала ему о банковском хранилище, содержащем сведения обо всей моей операции и мои несметные богатства. Хранилище, в котором нет никакой информации и никаких несметных богатств? Зачем класть деньги в банк, когда банк может купить? Мои люди завели Уика в это хранилище и заперли его там. Хитро. Сколько людей попытались победить его в честном бою. И все же, несмотря на все сказки и белицы, Уик всего лишь человек. Даже Джон Уик умер бы без воздуха и воды. Будь мои люди чуточку терпеливее. Сейчас не просто найти толковых подчиненных. Именно. Если бы они просто оставили его так, на те одиночестве, со временем он умер бы сам. Но каждый придурок с пушкой мечтает стать тем, кто убьет Бабу Ягу. Ах, милый, ты не одинок, и нас обманывает рок. Мистер Уик просветляет всех представителей банковской отрасли, как нужно охранять и запирать людей в банковских сейфах. Но, к сожалению, люди не понимают его указаний. Мистер Уик поэтому решил провести личный контроль безопасности местного хранилища. Он проверяет на наличие различных систем безопасности и, честно говоря, банк не справляется с проверкой. Походу, мистер Уик выставит им самый низкий рейтинг. Он уже отправляется наверх, но тут его ждет сюрприз. Сюрприз в лице дополнительной охраны, с которой, честно говоря, мистер Рук справляется достаточно быстро и достаточно легко. Настолько быстро и легко, что никто не может с ним справиться. Все идут к нему в лобовую, не атакуют его, а он просто расстреливает их из их же оружия. Вот настолько мистер Рук мощен, вот настолько он шикарен, настолько великолепна его борода, никто даже попасть по нему не может, а он всех расстреливает из их же собственного оружия. Ни броня, ничего, ни походка терминатора их не спасает. Мистер Рук сейчас быстренько допроверит наличие жизни в оставшихся помещениях, после чего выпишет свой чек-ордер, а после этого вернется за своим оружием, потому что использовать оружие вне этой зоны запрещено банковским соглашением о проверке и аудите хранилища зоны мистера Уика. Поэтому мистер Уик берет свой пистолет и уезжает. Мистер Уик, он прошел проверку в тайнике, а теперь проверяет само хранилище и сейф. И, к сожалению, проигрывают они все так себе. Мистер Уик, он зачистит все помещения, пробьет каждого охранника и проверит, насколько же надежно местное хранилище. И хоть местные камеры немного подглючивают, они немного так переключаются с места на место, ну, странно, конечно, но все же мистер Уик продолжает свое движение.
аккуратно расстреливает всех приходящих сюда охранников, которые даже сделать ему ничего не могут. Что за слабаки они нанимают для охраны сокровищ мира сего, так называемых? Никто не может ему ничего поделать, только посмотрите, мистер Руд грамотно уклоняется, перебивает, перепирает, берет различные оружия, применяет карате, примеряет кунг-фу, примеряет уик-фу, а также грамотно использует все возможные наличия патронов и, конечно, перевязывается. Должен отметить, это бонус для данного уровня, поскольку они заставили мистера Руйка потратить драгоценные бинты. Видите, он даже возмущен, он приложил к стенке, метелил его, нейтрализовал и отбил местные тефтели из местных любителей вкусняшек. Никто не может установить мистера Уика. Он Джон Уик, мастер оценки местных хранилищ. Только посмотрите, все идут по его душу, и он всех просто расстреливает. Никто даже не может в него попасть, только посмотрите, никто не может. Все ложатся табелями, штабелями. Здесь легли, там легли, тут легли, все легли, никто не останется. Мистер Уик даже заберет часть какую-то оружку и сперва уложит еще одного с помощью удара в кулак. Эх, да уж, мистер Уик, он профессионал высшей категории. Уничтожает все живое, перебивает все живое. Бьет, идет. И аккуратненько проходит в еще одно отделение хранилища, грамотно всех расстреливая, выходя из зоны обстрела. Мистер Уик, профессионал высшей категории. И никто не может его одолеть. Привет. Промах, мистер Уик все равно победил. И мистер Уик аккуратно покидает этот банк. Мистер Уик, он настоящий спелеолог, изучает местное искусство строения и избиения грёбаных охотников за редкими камнями. При этом проводит свои изыскания в области науки по спелеологии. Смотрите, какие шикарные камни, какие наросты, какие сталагмиты, сталактиты. И при этом ни один вор камней не уйдет. Он забирает их оружие, уходит чуть-чуть в сторону и дарует каждому по камешку в голову. Ну, точнее, по серебру, но в любом случае, каждый получит по камешку в голову. Каждому по природной залежи в голову. Каждый чему-то научится. Вот смотри, видишь, какой тут хороший пол. Видишь, какой качественный пол. Видишь, какая хорошая стена. Какие крепкие яйца. Бьет мистер Уик. Мистер Уик хочет поизучать камни издалека над обрывом, но ему не дают. Приходится каждого расстреливать, укладывать, баю-баю давать. И тут опять кто-то идет ему за спину и опять не дают. Эх, мистер Уик, и еще вам не дают. Ну что такое? Даже дамочка прямо не в восторге от брата мистера Уика настолько, что прямо сама ложится под него. А этот сэр просто не может не насладиться бородой мистера Уика. И мистер Уик его награждает ударом по яйца и в лобешник. Или подбородок, чё ты поймёшь. Мистер Уик профессиональный спелеолог. Он изучает эту гребаную пещеру, расстреливая гребаных похитителей сокровищ. Смотрите, он даже вырубает их с помощью обычного метания пистолета. И забирает их оружие. Эх, мистер Уик. Мистер Уик профессионально расстреливает всех из винтовки. Никто не уйдет отсюда живым. Мистер Уик спасает этот мир, спасает эту пещеру. Мистер Уик, он победитель. Мистер Уик, он несокрушимый. Он уничтожает врагов на лестницах. Он идет спокойно, горделиво, с любимой винтовкой, достигая финиша мимо золотых дверей и освещенных пещер. Вот это мистер Уик. Ставит всех на коленки, не тратит патроны, играет в гардебалет и танцы ламбаду с каждым вооруженным до зубов идиотом. Только посмотрите, мистер Уик настоящий профессионально исполняет свои личные обязанности по защите товарища Уинстона. Перебинтовывается, извините за кашель, реально перебинтовывается мастерски. И избавляется от бойца. Защиты. Кстати, хорошая защита. Вот смотрите, как он играет и бьет по яйцам с личиком и телом этого молодого человека. Он всегда с такой бородой и уложит красивую женщину.
возьмет другую пушечку, прогуляется, а может и не возьмет, а может прогуляется, изучит, пройдется, слышит, что его окружают, и пресекает окружение, изучает, где что находится, и ставит на всех свои... Как это правильно назвать уже? Свинцовые, наверное, иголочки, свинцовую прививочку. Я уже не знаю, как это назвать. Но это настолько шикарно, что слишком шикарно. И у меня заканчивается идея, как это сейчас озвучить. Он столько раз каждому голову поставил на место и укрывается при этом мастерски. И отстреливается, укрывается и отстреливается. Укрывается и отстреливается. И так до бесконечности. При этом у него больше нет запасного здоровья. Ему придется мучиться и искать. А там его уже ждут, ждут в лифте. Тут он тоже переигрывает со всеми. Уже вышли бойцы. Ему приходится уклоняться и защищаться. А, уничтожает одного, уничтожает другого. Другой бьет ему вдруг под дых, за что мистер Уик злится и делает ему сотрясение мозга. Укладывает он на коленки, танцует, целует женщину, после чего еще раз ее укладывает на коленки. Она ему бьет по яйцам за то, что он ее поцеловал. Он бьет за это ее кавалера, потом он делает пощечину, еще раз пощечину, еще раз пощечину. И только на третью пощечину она ложится, раздвигая ножки. Мистер Уик вздыхает с удовольствием, трясет бородой, берет свою винтовку с предыдущего уровня, которую притащил, чтобы наградить ее выстрелом одного идиота. Потом он оглушает его танцем танго и забирает винтовку, которая идет на следующий уровень. Пришел с винтовкой, ушел с винтовкой. Он мистер Уик. Кроме того, я переоценивал преданность одного из моих людей. У мистера Уика появились новый союзник? В каком-то смысле. При виде чудовища он не смог сдержать дрожи и рыдания. В общем, Уик не вздохнулся, потому что ему помогли выбраться. Разумно? Нет, ни капли. Мистер Уик брал с собой святую винтовку Архангела Михаила и святого Крулета Кастильского. Избивает здесь каждого, сохраняя каждый патрон. Забрал чужой револьер, выманивает гребаных бандюк и танцует с ним самба-лямба-альбета. Это старый добрый боевой танец смерти. Причем научили его сами святые жнецы. Самой смерти, естественно. Настолько танцует мастерский мистер Уик, что буквально аж глаза выбивает от его танца. Аккуратно проходит и выбивает оружие из рук. Потом берет другое оружие на всякий случай, ну мало ли пригодится. А там мужик с винтовкой готовит свою засаду. Но мистер Уик это знает, у него рентгеновское зрение, ведь он Джон Уик, его борода света. И тут он простреливает идиота и убивает его броском пушки. Забирает винтовку с пятью патронами, открывает главные двери и идет уничтожать. Уничтожать местную демоническую отродью. Сначала винтовкой, потом с укладом самбо, потом ударом карате и самбо-клямбовский удар. После чего аккуратно проверяет каждую офисную зону. Переход, видит, что там парочка идиотов. Уничтожает другого идиота, уходит в сторону, аккуратно уходит, укладывает другого идиота, укладывает третьего. Не упадешь, попало, но мистер Уик ударом карате всех укладывает. И теперь мистер Уик возвращается за винтовкой, которую он отложил в самом начале. Это винтовка святого архангела Крулета Михаильского, Михаила Крулетского, неважно какого, кого-то сверхъестественного. Но мистер Уик эту винтовку держит исключительно для главного босса, чтобы, если что, добить его. Мистер Уик, он такая экономная домашняя домохозяйка, что не дает никому потратить ни единого патрона. Он бросает каждому свое оружие, распределяя правильно товар, чтобы правильно его подобрать во время этой экскурсии. Выбросив все оружие, он в рукопашную идет против человека с хорошим карабином. Сбивает его, дает пощечину, что он не дает ему скидки. Потом уходит назад, уходит назад, уходит назад. Укрывается и ждет, встряхая свою бороду, причесывается и укладывает местного кассира на место. Мистер Уик в этом гребном банке ищет хорошие услуги и теперь раздает люлей каждому, кто отказывается ему их продавать. Еще одному отдал люлей. Остался последний, извиняюсь на насморк, ведь это так жарко, что аж могут потечь все что угодно, и не только нас. Мистер Уик любит женщин, он укладывает всех. Он укладывает еще одного.
и при этом отбивает местную охрану местных менеджеров, укладывает это гребанное начальство местного созыва мистер Уик. Мистер Уик профессионально бьет по яйцам даже женщин, у которых этих яиц нет, у них пильщики, но он все равно находит у них яйца, чтобы отбить. Теперь он аккуратно просматривает территорию, проверяет, где еще найти хороший бы товар. Нет, нет, фасоль не нужна. Мука уже есть, макарошки запасены, консервов тоже полно. Ну да, в принципе, здесь все равно есть. В этой секции нам ничего не нужно, поэтому можем пока возвращаться обратно. И взять все остальное, что мы уже отложили специально в укромных местечках. Мистер Уик отправляется, чтобы просмотреть, ничего ли он не забыл. Вроде все на месте, вроде все взято. Здесь тоже вот все есть, да, прекрасно. Он тщательно проверяет. Мистер Уик тщательно проверяет все. Так, что здесь есть? Так, а, точно, я забыл забрать фасоль. Фасоленька, фасоленька, идем за фасоленькой. Вот еще один клиент по фасоленьке. Этому отдаем нашу бонус. Нам не нужны ваши скидочные баллы. Нам нужны хорошие продукты. Вот такие, видите? Мистер Уик тряхнет своей шевелюрой. Мистер Уик подбирает оружие, мистер Уик отдает 7 люлей другим оружием и еще дает люлей. И все легли перед мистером Уиком. Никто не в состоянии встать перед мистером Уиком. Мистер Уик подбирает другие типа оружия. А нет, вот это хороший, тут получше срок годности. Итак, мистер Уик отправляется в зону уничтожения врагов, подбирает хорошую штормовую винтовочку и отправляется проверять местные... ракурс, чтобы понять, откуда лучше подойти со своей тележкой полной оружия и донести дробаш святого Кастила Краулийского до этой зоны. Вот здесь отличная будет зона обороны, поэтому призываем всех и уходим в сторону. Убиваем того, кто шел за нами очень долго, и приставляем всех на место. Вот так, молодец, мистер Уик. Мистер Уик, давайте. И идемте заберем винтовочку, которую мы тащили уже 3 уровня подряд. Нет, это не винтовка, мистер Уик. Вот здесь винтовка. Да-да, спасибо, спасибо. Я нашел ее, спасибо. Ой, вот гребные покупки. Покупки в этих банках, прямо замучаешься. Да-да-да-да, все пробили. Удачи, мистер Уик. Этот жалкий банкиришка дал Уику последний настоящий элемент головоломки. Рассказал о том, где находится цитадель моей дочери в горах. Важное место? Сидя там, она руководит всей моей операцией в Европе. Она мой самый преданный помощник. Но что еще важнее, она моя дочь! А еще... Известное чудище. Опять клевещешь. Вы не остановитесь ни перед чем, лишь бы вы вам клялись в верности, лишь бы мы вам подчинились. Тебе еще столько предстоит это осознать, радость моя дорогуша. Можешь требовать подчинения сколько угодно. Мы в вашей грязне в исправлении не участвуем. Вы олицетворение с собой все. Их силы и возможности, их иллюзию классовой иерархии и этикета, которые, как и они думают, отграждает их от кары богов. Вы воплощение их коррупции и двуличия. Они отгородились ото всех своими правлениями, валютой и прочей херней, и считают, что это придает им человечности. Именно поэтому ты решил развязать войну? Ты думаешь, я ее развязал? Я не думаю, я знаю. Мой отец уже мертв. Грехи, в которые ты его обвиняешь, не оправдывают твоих собственных. Значение имеют лишь грехи Уика. То, что он сделал с моей семьей. И потому, что он сделает дальше, прощать нельзя. Суровые холодные Альпы, но мистер Уик горяч, как всегда, ложит с мастера единоборств и его ученика. Их всегда только двое. Идиот, учитель и его ученик с разбитыми яйцами. И мистер Уик доказывает это, как всегда, укладывая очередного мастера единоборств и его очередного ученика, а также его друга. Друг ученика имеется в виду, потому что у мастеров по единоборств нет друзей. А еще заодно укладывает местного пьянчугу с револьвером. Какой черт он вообще сюда прошел? Это же Альпы, холод, мороз, нельзя выходить так. Мистер Уик начинает целиться и отстреливается. Отстреливается мастерски. И, подверяв свою дедоборозовскую бороду, отстреливает и уничтожает врагов. Еще раз, стряпнув и стряхнув себя снег,
мистер Уик спокойно и плавно продвигается к воротам. Мистер Уик – специалист по раздаче подарков, ведь он настоящий местный Дед Мороз. Он раздает каждому по свинцовой пуле, кого-то по серебряной, кто-то даже запросился за золотую. Золотая пуля. Ах ты, иди сюда, дедушка Уик тебе отдаст все, что необходимо на твой уголь и подарочек. Вот, держи тоже подарочек. Молодец, ты хорошо себя услужил. Вот, тоже держи, хороший подарочек. Ой, мистер Уик, в этом гараже то включается, то выключается свет, но он мастерски раздает людей и даже успешно собирает хороший дробаш, отыгрывает приемы самбу-мамбу, подбирает и... Идиот, зачем ты идешь на пару с дробовишом? Ты же видишь, у него дробаш. Итак, мистер Уик продолжает искать послушных и непослушных детишек, чтобы раздать им люлей. Вот он отдал хорошие люлей. Он идет напрямую с повышенным здоровьем и избивает ему рожу. Ибо он не получил подарок. И этот тоже не заслужил подарочек. Мистер Уик отдает подарки только хорошим мальчикам. Мистер дядюшка Сандер Уик раздает подарочки Вальбурзе. И сейчас он аккуратненько расфасует все свое нажитое подарочное добро, чтобы аккурат раздать его всем. Вот, например, сейчас он раздает всем люлей, вот этому отдал люлей, этому отдает сейчас люлей, этой отдает тоже люлей. Заметьте, никто не заслужил от него подарочков сейчас. Одни непослушные пошли жаловаться ему. Что ж вы нам, мистер Уик, подарочки-то не даете, а? Что ж вы нам подарочки-то не даете-то? Мистер Уик подносится, как мышь в ночи. Это Джонатан Санта-Клаус Уик. Джон Уик лжет себе, говоря, что его мораль имеет какое-то значение. Как и все вы. Мы соблюдаем правила. Простые правила. Правила, которые сдерживают наши примитивные инстинкты. Как я и сказал, все это полная херня. Я запутался. Ты говоришь о праве рождения, но отрицаешь организацию, которая наделяет этим правом. Хотя, возможно, это ты запутался. Нет, я свободен. У твоей свободы есть цена, ее заплатил твой отец. Боюсь, что ее же заплатит и твоя доченька. Мистер Уик, профессионалист высшей категории по раздаче подарочков. Он аккуратно прячется, чтобы детишки не заметили его вовремя, и он раздает каждому профессиональные подарочки. Каждый получает, и девочки, и мальчики. Он аккуратно проходит внутрь, видит... Вдалеке еще одного ребеночка отдает даже подарочки, только профессиональные подарочки. Кое-кто, мистер Никто его караулит, но Джонатан его аккуратно укладывает спать, чтобы дождаться четвертой части Джона Уика. При этом раздает всем люлей, танцуя самба-мамба, клямба-шлямба, и никого не оставляет без подарочков. Джонатан Санта-Клаус Уикович продолжает свое путешествие и раздает всем люлей. Всем раздает. Каждый получает свой подарочек. И вы тоже получите подарочек, сэр. Каждый получает свой подарочек. И там тоже находится малец, который хочет подарочек. Вот держи, тебе пушечка. А вот тебе люлейчик. Люлейчик новогодний от Джона Уика. Перевязка небольшая. На сторону запас есть небольшой. Так что можно себе это позволить. Идемте дальше. Мистер Уик продолжает изучать и искать, кому же он еще подарочков нужен. Вот это хорош, парниша. Прямо молодец. И вам тоже держите, люлечик. И вам тоже держите. Ох ты, ты почему Санта Уика бьешь? Нельзя бить Санта Уика. Санта Уика добрый. Вот, держи подарок, он тебе дает. И вот тебе люлей за то, что избил по яйцам Санта Уика. И вот тебе по яйцам. Не смей. Не смей по яйцам Санта Уика. Плохой мальчик. Итак, мистер Уик идет к следующей точке, но тут выходит еще пара людей, которые хотят подарочек новогодний от мистера Уика. И они идут. Мистер Уик раздает подарочки, раздает подарочки. Держи, хорошая винтовка охотничья. Мистер Уик подбирает еще один подарочек, потому что этому еще мало. Но с другой стороны, он раздает ему танцующий картобалет для люлянс. Забирает подарочек и идет к следующему. Костю. Мистер Уик, профессиональный Санта, продолжает раздавать свои подарочки, и никто даже не подозревает о нем здесь.
Он подходит к елочке, но тут его ждут пару карпузов, и он их укладывает спать. И положил подарочки и пошел дальше. Раздавать люлей и подарочков не с... детям, которые не спят. Девочку уложил, вот старика уложил. Так, кто не хочет еще спать, мистер Уик сейчас всех уложит. Мистер Уик всех уложит. Вот, мистер Никто вернулся, и его напарник. Но он всех укладывает спать, чтобы они спали. Мистер Никто, поспите, вот вам подарочек вашей собачке. Итак, мистер Уик продолжает. Вот, веселится, укладывает другого, укладывает третьего, укладывает блондина, но он не хочет спать. Гюнтер, спать тебе, спать, спать, Гюнтер. Молодец, Гюнтер. Итак, мистер Уик пойдет, возьмет другой подарочек, вот, отлично, и отдаст его другому. Это Санта Уик, это Санта Уик, люлей отдает он всем. Никого не оставит без тумаков, и каждому лишь отдает. Это Санта Уик, против него толпа плохишей детишей. Каждого он изобьет, каждого уложит, каждому по яйцам даст. Отобьет каждому, отобьет всем их морду спесь. Каждого уложит хара, вот он сводит Санта Уик здесь. Каждого отобьет, каждого прищутит и пушечку заберет здесь. Уложит каждого и наградит каждого, оттолкнет от елочки. Подарочков не получит свиненца, он вам налучит, он мистер Уик. Мистер Уик, он тут всегда отобьет идиотов. Мистер Уик прибьет всех вас, лишь бы только Новый год отметить хорошо. Мистер Уик отдает всем подарочки, дает всем лещей. Мистер Уик, он с вами здесь, он пройдет и осмотрит. Толпа имбецилов тут легла, ищет бинтики здесь. Но где же бинтик, где же бинтик, мистер Уик потерял? Куда же бинтик, грех, засунули? Вот он, зараза! И вот последний идиот, которому просто набить хочется за такое. А я даже пушку не буду брать. Мистер Уик, профессионал высшей категории. Обладает искусством кунг-фу, куста, лабиринт, дзюцу, чтобы защищаться и укрываться от всех подряд. Мистер Уик знает способы уклонения, защиты, избиения, уничтожения, дырявения, отбрасывания и карате. Он профессиональный самбоист, он профессиональный сумоист, он разбирается во всех способах защиты. Но не забудь перевязаться, конечно. Мистер Уик продолжает свое путешествие по прекрасному лабиринту в поисках дочки главного героя, чтобы вручить ей подарок. Он ведь Санта Уик. Мистер Уик, он же Санта Уик. Он Новый год отмечает только с большим количеством пушек, оружия, вот даже пушечку взял, чтобы отбить товарища, укрыться аккуратненько с другим углом, расстрелять третьего, оглушить, парировать, отбросить, оттолкнуть и избить до полусмерти по яйцам, после этого расстрелять третьего и дальше отправиться отдавать подарочек главной героине. Вот заодно взяли этот подарочек. Сейчас нашпигуем ее свинцом, да, мистер Уик? Святой свинец! Вот сейчас будет настоящая красота. И вот главная дочурка. Значит, оглушили, пробили, отанцевали, подняли и бьем, бьем, бьем. Бьем по ее разокице, бьем по ее роже, бьем по ее яйцам, которых нет. И расстреливаем. Шпигуем, шпигуем ее, отбиваем и еще раз нашпиговать. И пытаемся взять пушку, но не получилось. Жаль, хорошая была пушка, мне нравилась. Она заслужила большего. Я бьюсь за место под солнцем, которое должно было перейти к ней. Я соболезную тебе. Пошел ты. Кстати, ты к черту иди, и ты твой Дон Джон Уик. Она не сказала ему, где ты? Конечно нет. Она сохранила преданность мне до самого конца. Именно Тао Уик, ослепленный снегами, зашел в тупик. Ему никогда не найти вас. Эта история не должна закончиться вот так. Отпусти нас, и ты сможешь рассчитывать на милосердие. Где было милосердие, когда убивали мою дочь? Без нее неотъемлемое право не имеет смысла. Все кончено, мне конец. Все разваливается. Я хочу лишь, чтобы он погиб и у вас на глазах.
is for him to die, and you both to watch. You cannot. Ты не думаешь, что у тебя есть шанс? Мой человек в Швейцарии видел, как Уик сел на самолет до Нью-Йорка. Он только что приземлился. Мне кажется, ты планируешь совершить невероятную глупость. Что ж, так тому и быть. Я под станцией Сити Холл, и я жду тебя, ублюдок. Скоро будет здесь. Мистер Уик всегда заходит в метро только с билетиком. Ни один кондуктор его не остановит. Он уложит всех и положит, покажет, что у него билетик есть. Мистер Уик специалист по билетикам. Билетики всегда с ним, и никто ему противовес ничего не скажет. Мистер Уик всегда пройдет, обыщет еще в поисках своей заначечки, ведь здесь у него заначечка есть. Итак, мистер Уик увертывается от местной гопоты и расстреливает ее. Вон так. Молодец, мистер Уик. Так, здесь пусто, прекрасно. Встряхнем бороду, еще раз встряхнем бороду. И идем к гопоте и укладываем ее. Ну и заодно избиваем. Итак, мистер Уик идет. Мистер Уик идет по местному метро и проводит мастер-инструктаж с безбилетником. И тут столько безбилетников. Укладывают всех автоматически. Ай, попал. Да и черт с тобой. Безбилетник недоделанный. Вот, держи тебе билетик дополнительный. И прокатись хорошенько. Иди сюда. Мистер Уик знает, как поставить всех безбилетников на место. Он взял обратно отсюда пистолетик и продолжает свое путешествие. И думает, взять винтовку или взять... Красивая винтовка, может повторить, как в прошлый раз было. А, ладно, пойдем теперь сюда. О, смотрите-ка, сыграем с вами самбо на троих. Танец тройной самбоист. Мистер Уик укладывает всех, как сумасшедший Баба-Яга. Хотя он и есть сумасшедший Баба-Яга, но это же немножко другое. Вот так, держи пулю, а вот тебе вот так настоящая Баба-Яга. И последний... Пока. А теперь пойдемте заберем винтовочку. Мистер Уик идет и забирает хорошенькую винтовку. Точнее, дробаш. Ибо с ним надежнее, безопаснее, спокойнее. Мистер Уик. Он знает, как пройти в ваше метросердце. Мистер Уик пройдет к своему перронному месту, даже если ему будут мешать. Он хочет ехать только в первом классе. Мистер Уик прогрызет себе дорогу к свободе и не будет в дальнейшем доплачивать за сервис, который и так стоил ему достаточно дорого. Он заберет любую оружие, которое будет помогать ему. Ну или если оно ваше, оно красивое. Красота, элегантность любого оружия для мистера Уика очень важна. И кстати, где его бинты? Где мои бинтики? Отдавайте мои бинтики, говорит мистер Уик. Мистер Уик жаждет бинтиков. Где его бинтики? Бинтики. Давайте мистеру бинтики. Мистер Е кондуктора, но отдавайте бинтики мистеру Уику. И вы тоже идите сюда. Бинтики, пожалуйста, бинтики. Мистер Уик забивает всех в узком проеме. Вот так вот. Мистер Уик отправляет всех на тот свет. Отправляет. Вот, вот тебе по яйцам. Вот, держи по яйцам. Вот, держи по яйцам. Ой, отходим. Вот, держи пулю. Заслужил. Перебинтуем. Огонь. Бросаем. Поднимаем новую. Избиваем эту заразу. Стреляем тоже в эту заразу. Стряхиваем волосы. И отключаем эту заразу. И перевертываем его. И вот так вот перевертываем его еще раз. А теперь идем к этой заразе. И отбиваем эту заразу. Сука, зараз. Кошмар. Ой, одни только заразы повсюду. Вот, держи еще зараза. Вот так вот тебе. А теперь пойдемте с карабинчиком, прогуляемся, найдем бинтики. О, бинтики. Вот они где. Кто что-то засунул вас. Должны были быть в начале. Эх, никому нельзя довериться. Да уж. Мистер Уик. Он как темный рыцарь в ночи. Избивает всю канализационную тварь в округе. Превращает ее в решето. И продолжает свое движение. Мистер Уик знает, как нашпиговать всех свинцом. А если не знаете, он вам сейчас это все продемонстрирует. Мистер Уик знает,
как и раскидать мясо по канализации. Он даже грамотно перевязывается, посмотрите, и не заносит такие раны. Играет в лестничное самбо-лямбо по яйцам. Видите, как он бьет самбо-лямбо по яйцам? Это очень сложный процесс. Добрый день, гостеприим. Спасибо, леди. Вам нужно по яйцам. Смотрите, по яйцам. Вот так надо по яйцам. Молодец, леди. Держи. Обмен. Не размен. Далее. Подберем лучше вот эту красоту. Так. Огонь, огонь, огонь. Теперь станцуем карта-балет а-ля The Week. А-ля The Week, арбалет. Бьет со всеми. Мистер Уик избивает всех подряд в узких коридорах. Он специалист в этой технике боя. Там, там, смотрите, как он избивает женщину. Женщину избивает в гребаном броневике. И он пробил ее сквозь пространство. И это тоже пробил сквозь пространство. Всех пробил сквозь пространство. Смотрите, например, вас отправляем вне пространства, временной сон. Смотрите, она в экстазе, она в экстазе лежит. Видите, она как двигает голову, она в экстазе. Осталось теперь вызвать только лифтик и отправить парочку бандюк восвоясь и подождать. Подождем лифт. Мы ждем лифт. Это вам. Эй, ты чего? А ну-ка, полежи вот так вот с пулей в башке. Вам тоже? Ах ты, гребаная башня. Экстаза не хватило. Вот тебе еще экстази. Экстаз. Экстаза. Экстазуса. Не знаю, как правильно назвать. Это уже эйфория. Заметьте, он уже поженил. Мистер Уик создает гарем для молодожен. Пытается выехать. Эй, кто? У кого ключ от лифта? А ну, отдай тебе ключ. У кого ключ от лифта? Ключ отдайте, кому сказал. Ключ. А, ключик отдайте. Вот, вот так, по яйцам, Вот так, у тебя был ключ. Шикарно. Да я заберу эту вашу пушку, а то это уже разрядилось. Собрали все мои патроны. Мистер Уик, он пришел проверить, как работает центр по мировому господству. И сотрудники местные его не порадовали. Они ложатся слишком хорошо под его бородой. Борода мистера Уика сокрушает целые нации, целые миры, целые яйца. И при этом все ложатся перед ним. Никто не может устоять перед мистером Уиком. Даже офис-менеджер ждет его в главном офисе. Вы только посмотрите, как он стоит и ждет его. Мистер Уик даже отвлекается на разговор с секретаршей, чтобы узнать о бюджете на мировое господство. И, честно говоря, его не понравился бюджет. Видите, как он потряс своей головой? И сейчас он заходит к главному офис-менеджеру. Ты чего? Мир не захватываешь, офис-менеджер. Вот тебе по яйцам. Эх, кошмар. Вообще не умеет давай работать. Так, возьмем пушечку. Расстреляем здесь все, Этого уложим, плохой офис-менеджер. Ты тоже не ложись. Где у нас еще один нашелся? И вот этого офис-менеджера тоже, сперва перебинтоваться. Так, вы тоже ложитесь, мисс офис-менеджер. И этого с присядки, Вот так вот, Молодец, Уик, Двигаемся дальше, Давай, правильно, потряс головой. Расстреливаем этого офис-менеджера. Кошмар, где только офис-менеджер? Где главные специалисты по мировому злу? Давненько нет. Перекаты, Перетрясаем бородой. Еще раз перекаты. И расстрел со всех сторон. Защита обоюдным огласием. Уничтожение всего. О, хоть один настойный противник, но ненадолго. Мы ее просто расстреляем вот так вот и прибьем. И уложим самбо. Самбо-мамбо в сторонку и по яйцам, Вот так, по яйцам пощечина. Так, теперь я вот это заберу. Так, нет, А, вот оно, забрали. Все, кошмар, не центр, а какой-то сборище неудачников. Да, мистер Уик, пойдемте, посмотрим, что в следующем отделе. Прекрасная галерея искусств. Мистер Уик продолжает свое изучение и раскидывает гребаных идиотов налево и направо. Посмотрите на эту боевку. Со всех сторон мистер Уик грамотно показывает приемы карате и самбо. И играет со всеми напропалую. Вы только посмотрите, как он танцует вокруг хоровод, ведет вокруг этой клетки полной жестких дисков. И каждому дает люлей. Но тут уже профессионалы. Каждый заслуживает по пуле. Это лучшие специалисты своего дела. Посмотрите, сколько здесь всего. Даже мистер Уик кидает за оружием. Настолько здесь все тяжело. Мистер Уик
проходит от уровня к уровню, расстреливает всех подряд, берет все, стрясет шевелюры, отыгрывает на все стороны, отбивает разные стороны, бьет всех, посмотрите, он даже сквозь решетку пробивает. Лишь бы только они отстали, вот посмотрите, как он с ними сражается, массово бьет со всех сторон. Мистер Уик продолжает свое путешествие. Смотрите, даже здесь бьет везде, бьет лево, бьет право. Обходит станцию карнавала от смерти. Ох ты, вот это удар, хороший ловешник. Дайте я его положу вот так вот по яйцам. Иди сюда, с тобой тоже станцию карнавала от самбо смерти. И ты иди сюда, вот так вот, прям по почке. Немножко стряснем, перебинтуемся. Отлично, спасибо, что пришли, сэр. И дайте я вас уложу сразу спать. И вас тоже уложу, сэр. И вас уложу, баю-бай. Ах ты, иди сюда, вот тебе пуля. И ты иди сюда, я тебе тоже положу. Заберу, уложу. Все, мистер Уик пошел дальше. Какая красивая галерея по захвату мира. Реально очень интересная галерея. Интересно, тут есть кто-нибудь еще? Люди? О, привет, иди сюда, я тебя прострелю в задницу. И тебя тоже. Вот так вот. И лови мою пушку. Да я тебе ложу, мой красотулич. Вот так вот. По яйцам. По городку, по годаку. Иди сюда. Вот это, какой красивый вид. Это я заберу. Спасибо. Хорошая пушечка. Жалко, что нельзя перезаряжать. И идемте дальше. Здесь у нас что? Сервисная. Сервисы выше учено. О, красота. Смотри, сука. Вот так вот. Расстреливайся. Уложить. Самба-бамба. Уложить. Самба-бамба. Не промахнешься. Я когда самбист, я неуязвим. Мистер Уик неуязвим во время нейтральной самбы. Нейтральная самба прибивать тебя. Вот так вот тебе по яйцам. О, можно я заберу твое уже? Спасибо. Итак, что здесь у нас есть? Вкусненько есть? Нет? О, буфет! It's over. Все кончено. Thank you, God. Слава богу, что тебе уже не придется пережить той утраты, которую пришлось пережить мне. Наша жизнь лишилась жестокая штука, Джон. И я в ней гребаный панчлайн. Пора заканчивать, Хекс. Я прибью твоего слугу. Прокорочусь между твоими бюстами. И оттолкну тебя подбородок. Еще раз оттолкну тебя, к стеночке прижму. Сделаю тебе капитон. Капитон японский, иди сюда. Я тебе капитончик сделаю. Давай, капитончик. Вот так вот. Нравится, когда я тебя бью? Нравится, когда я тебя бью по яйцам? Вот теперь получай по серебряной пули. Серебряные пули. Лучшие серебряные пули в городе. Нигде таких тут больше не купишь. О, извините. Извините, я задолжу вас оружие, а то у меня кончились патроны. Спасибо. Так, потрясем бороды, возьмешь оружие. Так, подойдем. Иди сюда, я тебе тут по яйцам дам. Вот так вот, по яйцам. И вот, держи пули. Все. А, легко. Джонатан. A pleasure to see you again, Mr. Wick. Рад снова вас видеть, мистер Уик. Не желаете посетить врача нашего отеля?